Среди нравственных состояний человека есть одно из самых прекрасных и полезных для него. Это искренность. Искренность от слова «искра». Она, как электрическая дуга, создает высочайший накал души и запускает ее переплавку, очищение и сверкание золота образа Божьего в человеке. Искренность – это правдивость и чистосердечность, противоположность лжи и лицемерию. Мы способны сами вырабатывать в себе эти искры, из которых может возгореться огонь нашей души. Этот огонь осветит путь для достижения нашего призвания и согреет многих людей, которых мы на нем встретим. Нужно только выполнять ежедневные правила искренности. Искреннее, немедленное раскаяние после греха. Искреннее, немедленное прощение согрешившего против вас. Искреннее, немедленное исполнение просьбы, возможное для вас и полезное для просящего. Искренняя, немедленная помощь попавшему в беду. Искреннее служение ближнему делом и молитвой за него. Искренняя борьба против зла добром, против тьмы светом Христовым, против лжи истиной. Искренняя готовность немедленно устремиться к Богу с верой, надеждой и любовью, предаться в Его волю и благодарить Его за все.